Доброй традицией в преддверии Нового года в нашем районе стало проведение конкурса на лучшую елочку, изготовленную из самых разнообразных материалов. И в этом году юные умельцы смогли всех порадовать своим мастерством. Предновогоднее время – это дни, полные приятных предчувствий и ожидания самого главного праздника – Нового года. Особую атмосферу праздничности всегда создавали и создают очень красивые и затейливо украшенные елки. Детская фантазия практически не имеет границ. В этом можно убедиться, увидев, сколько и каких лесных красавиц изготовили талантливые юные славянцы. По 4 номинациям ребята работают. «Чудо-елка», «Лучшая новогодняя игрушка», «Лучшее новогоднее украшение» и «Символ года». Вот работают с различным материалом – бросовым, деревом, бумагой, пластиком. Все, из чего получаются замечательные творческие вещи. Им помогают наши замечательные талантливые педагоги Славянского района. Их руководители, их наставники. Ну и, естественно, это детские идеи. Пожалуй, нет таких материалов, которые не смогли бы использовать для своего творчества славянские ребята. Вызывают удивление мастерство и одаренность умельцев, у которых поистине золотые руки. Сделанные ребятами елочки украсили социальные учреждения города и района. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».